Каждую зиму жители городов и поселков, расположенных в пустыне Негев, могут наблюдать, как многотысячные стаи скворцов устраивают на закате солнца демонстрации высшего птичьего пилотажа. Это весьма необычное и захватывающее зрелище стало настолько привычным, что полюбоваться им собираются орнитологи и просто любители птиц со всех концов Израиля. На этих кадрах запечатлены воздушные маневры, которые скворцы на этой неделе устроили неподалеку от города Раат в Негеве. Есть две причины, по которым несколько сотен тысяч скворцов собираются вместе поздно вечером. Во-первых, чтобы получить информацию, где они могут найти пищу. Другой причиной появления таких стай в вечернем небе считается необходимость скворцов защищаться от атак хищников, которые, как правило, активизируются именно в вечерние часы. Впрочем, другие орнитологи указывают на третью возможную причину – поиск места для спокойной ночевки. По наблюдениям многих орнитологов-любителей, часто авиашоу скворцов начиналось после того, как стаи птиц были потревожены различными звуками – шумом моторов автомобилей, лаем собак и другими. Длительность подобного авиашоу скворцов обычно составляет не более 10 минут, после чего стая опускается на землю и становится совершенно невидимой в ночных сумерках. Зато во время воздушных маневров скворцы успевают продемонстрировать все свои летные таланты.